Здравствуйте, с воскресным днем. Добрый день. И с праздником Сретения. Спаси Христос, также вас. Я вам звоню поговорить по поводу воинской службы, то, что мы начинали эту тему и как бы не продолжили. Я подготовил небольшой, ну как бы доклад, там, скажем так, цитаты святых отцов, хотел вам зачитать, но это буквально 10 минут. Вы меня послушайте, пожалуйста, а потом... 10 минут это слишком много. Слишком много. Ну, это, а что вы в докладе? Вы конкретно места покажите, я не обязательно все выслушать. Я уже по частям буду говорить, правильно или неправильно. Говорите. Ну просто смотрите, знаете, когда проводятся как бы диалоги или дискуты, обычно дается время, чтобы человек высказал свою позицию. Я вот засек это буквально ровно 10 минут. Мы все равно будем говорить где-то полчаса, 40 минут. Ну почему? Давайте вы послушайте, а потом поговорим. Хорошо? Можно? Вы только по фактам говорите. В ответ я вам только скажу, что вы зайдете, у меня к истину православия книга на сайте, и там тема. Ага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Там все доводы. Во-первых, священное писание, каноны, жития святых, труды святых отцов. Вот четыре, на что я опираюсь. Говорите. Хорошо. Святые отцы о православных воинах и о войне. Исидор Полусиот говорит о необходимости различать войны справедливые и несправедливые, войны наступательные и оборонительные. Войны воспламеняются больше всего ради приобретения чужой собственности, но не должно обвинять всех ведущих войны, положивших начало... Извиняюсь, мне тут плохо видно. Ага. Положивших начало или нанесению обиды, или хищению, справедливо называть губительными демонами. Отмщающих же умеренно не надлежит и укорять, как несправедливо поступающих, потому что делают дело законное. А блаженный Августин Ипонский говорил, война может даже приносить пользу, так как уничтожает или ослабляет произвол злонравных людей. А осуждение некоторыми воинской службы в действительности возникает не из религиозных мотивов, а по трусости. Поэтому заповедь «не убий» отнюдь не приступают те, которые ведут войны по полномочию от Бога или будучи в силу его законов, то есть ввиду самого разумного и правосудного распоряжения, представителями общественной власти наказывают злодеев смерти. Филарет Московский. Бог любит добродушный мир, и Бог же благословляет праведную брань, ибо с тех пор, как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь без помощи военной. Честный и благонадежный мир большей частью надобно завоевать, и для сохранения приобретенного мира надобно, чтобы сам победитель не позволял заржаветь своему оружию. Война — страшное дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без права, без жажды корысти, обладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война — священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости в защиту правды, веры и Отечества. Святитель Феофан Затворник. На воинах и войнах часто видимое Бог являл благословение и в Ветхом, и в Новом Завете. А у нас сколько князей прославлены мощами, кое, однако же, воевали. В Киево-Печерской лавре в пещерах есть мощи воинов. Воюют по любви к своим, чтобы они не подвергались плену и насилиям вражеским. Что делали французы в России, как было с ними не воевать? Святой равнопосланный Кирилл. Христос, Бог нас, повелел нам молиться за обижающих нас и благоволил им, и благоволить им. Но Он же заповедал нам, нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Поэтому мы терпим обиды, которые причиняете каждому из нас отдельно, но в обществе защищаем друг друга и полагаем свою жизнь за братьев наших, дабы вы, увлекая их в плен, не пленили вместе с телами и души их, склоняя благочестивых к своим злым и богопротивным делам. Святитель Дмитрий Ростовский. Те враги, которые воюют с нашим христианским отечеством и враждуют против нашей благочестивой веры, тех не только нельзя любить, но даже необходимо выступать войной против них, полагая душу свою за христианское царство и целостность церкви. Святитель Николай Сербский в письме к воину Иоанну пишет: «Ты пишешь о чудесном случае, который приключился с тобой на войне. Кто-то перед началом битвы раздавал солдатам Евангелие. Ты едко заметил, здесь
здесь требуется сталь и свинец, а не книги. Если сталь нас не спасет, то книги и подавно. Вот какое замечание ты сделал тогда. Ибо для того, до того дня ты веру Божию полагал за ничто. Но все же ты взял книжечку и положил ее во внутренний карман с левой стороны. И что же случилось? Ты сам говоришь, чудо Божие, и я подтверждаю это. Вокруг тебя падали раненые. Наконец был повержен и ты, попало в тебя стальное зерно, ты схватился рукой за сердце, ожидая, что хлынет кровь. Позже, когда ты разделся, то нашел застрявшую в твердом переплете книжечку пулю, которая метила прямо в сердце. Ты задрожал, как в лихорадке, перст Божий. Святая книга спасла твою жизнь от смертоносного свинца. Тот день ты считаешь твоим духовным рождением. С того дня ты стал бояться Бога и внимательно исследовать вероучение. Господь милостью своей открыл тебе глаза. Одни на войне погубили тело, иные душу. Первые потеряли меньше, а некоторые душу свою обрели, и они истинные победители. Были и такие, кто ушли на войну как волки, а вернулись как агнцы. Я многих таких знаю. Это те, кто, как и ты, благодаря какому-то чудесному случаю ощутили, что невидимый Господь наступает рядом с ними. Святитель Иоанн Златоуст. Ты выставляешь предлогом воинскую службу и говоришь, я воин и не могу быть набожным. Но разве сотник не был воином? А когда говорит он Иисусу, что я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово и выздоровеет слуга мой, и удивившись, Иисус говорит, истинно говорю вам, в Израиле не нашел я такой веры. Военная служба нисколько не послужила для него препятствием. Святитель Василий Великий, неужели воинский чин лишен надежды на спасение? Неужели нет ни одного благочестивого сотника? Припоминаю первого сотника, который стоял при кресте Христовом и по чудесам сознав силу, когда еще не остыла дерзость иудеев, не убоялся их ярости и не отказался возвестить истину, но исповедал и не отрекся, что воистину был Сын Божий, Матфея 27:54. Знаю и другого сотника, который о Господе, когда был еще во плоти, познал, что он Бог и Царь сил, и что ему достаточно одного повеления, чтобы через служебных духов посылать пособия нуждающимся о вере. О вере его и Господь подтвердил, что она больше веры всего Израиля. А Корнилий, будучи сотником, не удостоился ли видеть ангела и напоследок через Петра не получил ли спасения? Блаженный Феодорит Кирский. Поскольку много различных родов жизни благочестивой, жизнь монашеская и общежительная, жизнь пустынная и городская, жизнь гражданская и военная, в каждом же роде жизни можно угождать Богу, то не без причины изречено, кто есть человек, боящийся Господа, установит закон ему на пути, который он избрал, то есть в том роде жизни, какой решился человек проводить, даст ему приличные и сообразные законы. Так святой Иоанн Креститель, вопрошавшим мытарям, советовал не брать больше установленного, а воинам никого не обижать, довольствоваться оброками, то есть определенную пищу и зарплаты. Святой Иоанн Мозг приводит рассказ об Ипполаде. В Александрии был воин по имени Иоанн. Он вел следующий образ жизни. Каждый день с утра до 9 часа сиживал он в монастыре близ входа в храм святого Петра. Он был одет во вретище и плел корзинки. Все время молчал и совсем ни с кем не разговаривал. Сидя у храма, он занимался своей работой. И только одно возглашал с умилением. «Господи, от тайных моих очисти меня». Да не постыжусь в молитве. Произнеся эти слова, он снова погружался в продолжительное молчание. Николай, маленько, подождите. У вас экран уполз, у вас только глаза одни видать. Восстановите себя. Я извиняюсь, просто я... Меня видно или нет? Вот сейчас видно, еще повыше маленько сделайте, чтобы... А то вверху много пространства, вот так. Ну, маленько еще, как бы опустите верхнюю рамку к себе поближе. Вот так. Осталось немножко, потерпите чуть-чуть. Ничего, я говорю, чтобы вас видеть. Я еще вас остановил. Хорошо, я понял. В Александрии был воин по имени Иоанн. Он вел следующий образ жизни. Каждый день с утра до 9 часа сиживал он в монастыре близ входа во храм святого Петра. Он был одет во вретище и плел корзинки. Все время молчал, ни с кем не разговаривал. Сидя у храма, он занимался своей работой и только одно возглашал с умилением. «Господи, от тайных моих очисти меня, да не постыжусь в молитве». Разнося эти слова, он снова погружался в продолжительное молчание. И затем снова по прошествии часа и более повторял те же восклицания. Так он возглашал
раз в 7 в течение дня, ни слова не говоря ни с кем. В 9 часу он снимал вредище, одевался в воинские одежды и шел к месту своей службы. С ним я пробыл около 8 лет и нашел много назидания и в его молчании, и в его образе жизни. Такому же настоящему христианину написал письмо и святитель Василий Великий, говоря: «Я узнал в тебе человека, доказывающего собою, что в военной жизни можно сохранить совершенство любви к Богу, и что христианин должен отличаться не по кроям платья, но душевным расположением». Святитель Афанасий Великий в послании к монаху Амуну, которое было утверждено как общецерковное учение на 5 и 6 на 6 и на 7 Вселенских соборах пишет: «Убивать непозволительно, но истреблять неприятеля на войне и законно, и достойно похвалы. Поэтому отличившиеся в бранях удостаиваются великих почестей, им воздвигаются памятники, возвещающие об их заслугах». Вот, в принципе, это все. И есть еще у меня, конечно, подборка цитат из Евангелия, но это в процессе беседы. Если как бы будет необходимость, я могу и из Евангелия привести некоторые цитаты. Ну, которые уже некоторые из них я уже озвучил, там о сотнике и еще есть другие моменты. Вот. О мече, там, да, когда Господь говорит, что взявший меч от меча и погибнет, на мой взгляд, и как бы я читал такое мнение, что здесь наоборот не есть повеление того, что нельзя брать оружие, а есть повеление того, что воин-агрессор будет наказан за свое преступление воином-защитником. То есть не бери меч, от меча ты и погибнешь. Это как предупреждение, а не как, скажем так, указание, что вообще нельзя брать оружие. Тем более мы знаем, что апостол Петр также выхватил меч, да, и ударил. Он был приближенным, одним из самых, считается, да, старших учеников среди апостолов, и он все-таки сделал это действие. Почему он так поступил? Если бы Христос, Господь постоянно говорил о том, что этого делать нельзя, смог бы ли он приступить к заповеди его? Ну, то есть возникает много вопросов. И где есть конкретно в Евангелии места, которые запрещают воинскую службу и говорят о том, что воин не может спастись? Все? Да. Так, коротко, весь монолог ваш, что вы выбрали, да, подчеркивает следующее. Вы в конце только сказали, можно было взять из Евангелия, значит, ничего и не взяли. То есть Евангелие вообще пренебрежено, его как будто там и не было никогда. Нет, дело в том, что... Я прошу не перебивать. Да. Это не годится. Все. Я вас ни разу не перебил. Молчи, молчи. Мы договорились беседовать с прицелом на вечность, где Господь будет нас судить не по Афанасию, а по Слову Своему. Я хотел, чтобы вы немножко ручкой записывали, что я буду говорить, места Писания, только Библию. Один момент, сейчас я возьму ручку. Да, пожалуйста. Да. Евангелие от Иоанна 12:48. Потом посмотрите. То есть это эпиграф ко всему разговору. Господь говорит: я вас не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас в последний день. Последнего дня еще нет. То есть когда воскресит живых и умерших, всех вместе поставит перед собой, будет страшный суд. И судить будет по написанному. Поэтому все остальное сгорит в огне. И написано: летел посреди неба ангел и нес вечное Евангелие. Ни одной книги на земле нет. То есть сгорит земля и все, что на ней. И мы должны с этим согласиться, что там не будет Господь наши библиотеки переворачивать. Так вот, давайте мы посмотрим по Слову Божию. Запишите. Давай. Откровение Иоанна Богослова. 13 глава, 10 стих. Считаю. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. То есть вам надо воевать, вы пойдете воевать. Господь говорит, пишется памятная книга. Вот сейчас мы считаем Ветхий Завет. И Господь пришел к людям, которые знали все-таки закон. И говорит: а вы слышали? А как считаешь? Постоянно говорил, как написано. Слово написано, постоянно встречается. То есть, а дальше говорит: а я говорю вам. Слово «а я» означает противоположное совершенно.
было написано: ненавидь врага, я говорю вам, любите врагов. Этого не упоминаете. Нет больше любви, кто отдаст душу. А тут человек идет души вытряхивать. И главное, на войну пошел злой, а с войны пришел добрый. Бредня пьяной старухи, как Златоуст говорит. Берут нормальные люди, выходят оттуда волки. И которые преступления, вот эти братки, банд, формирования, это все, которые побывали в Афганистане. Они знают, как подрывать друг друга. Они уничтожают друг другу. Все мафиозные структуры наполнены теми, кто был там. Полковник Буданов изнасиловал Эльзу Кунгаеву и убил. Да, вы знаете, да. Чем это закончилось за него? Нас интересует одно. Что сказал наш Господь? Вот вы приводите Корнилия. Я насчитывал жития святых и скажу, что ну, не только что недобросовестно, а никакого отношения это не имеет. Корнилий воин. И если он обратился, дальше мы считаем его житие святых. Он все, сразу подал рапорт, ушел, и теперь он работает в другом направлении. Это ложный посыл. И все посылы, которые вы брали, высказывания, это все до единого взяты от тех, которые были уже при государственной власти, о государственной церкви. Когда шагу не давали им пикнуть. Поэтому побежали все воины, все побежали куда? У Иоанна Златоуста друзья, их называют братья долгие, три брата, высокие ростом. Патриарх Александрийский Феофил прибыл, вы знаете, он ищет их, и посылает в пустыне воинов, и они убивают, и их не находят 10 тысяч монахов. Так это не сусликов убили, не ворон. Монахов, которые никому не мешали. 10 тысяч. Кто ведет в плен, пойдет в плен. Заканчивается Библия и говорит нам: ты убивать пошел. А на войне можешь не убивать, а зачем ты там нужен-то? Война для того, чтобы нападать. Вот такой же нашелся у меня герой, также доказывает. Я говорю, сейчас отправляют в Афганистан. Ну, знаете, вот эта власть ельцинская, я бы тоже священник подумал, благословлять или нет. Россия вела захватнические войны. Когда говорят «казанский сирота», означает, в Казани не было отцов, все было убито. И нам татары этого никогда не простят. Они разрубят Россию пополам, Казань станет поперек нам. Это все еще нам отрыгнется, и отрыгнется очень дорого. Россия рвала все под себя. И, наконец, лопнула, расселась. Польша была под ней, Финляндия была под ней, Порт-Артур. Лезли, конца края нет, и все хватали и хватали. Шестая часть суши. Это что, все божественное было? Вы подумайте, а как надо было? Ну как, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. А вы сказали, а вот Петр, Христос, да Христос же ему сказал, вы не добавляете. Он сказал, вложи меч твой в ножны. И оттуда его никто не может извлечь, а только Папа Римский говорит. Но если я скажу извлечь, вы должны извлечь его. Мы воевали с кем? Русские, я имею в виду. А нет тех людей, с кем не воевали. С католиками воевали, с грузинами православными воевали. Еще не обсохла кровь. В Афганистан полезли зачем? Туда даже царь никогда не лез. Сколько их там погибло? Сейчас только стоят вагоны с обгорелыми. 400 солдатиков лежат. По сегодняшний день ДНК не могут сделать, определить, кому они принадлежат эти тела. Так а как защищать? А зачем защищать? Собирай сумму и иди. Был только один пророк, не патриот, Иеремия. Он говорил, откройте ворота, впустите Навуходоносора. Его считают предателем. Посмотрите фильм Иеремия. Очень сильно поставлено. Чем закончилось? Тем, что Израиль был полностью уничтожен. Царя слепили, детей его убили. А до этого пошел бы с сыновьями, был живой, садите виноградники, выдавайте детей своих замуж, жените, и все будет. Пришло время рассчитываться. Режьте кабанщика. Богу на поперек не надо ставить. А почему вы не воюете против землетрясения, против цунами? Да как воевать? А как против войны воевать-то? Гитлер не родился бы. С такое злодеяние сделали. Убили царя, царское семейство. Репрессии 37-го года. Речь идет о 100 миллионах убитых. Для этого рождается Гитлер, чтобы отомстить. Он не родился бы. Его мать не зачала бы его. Он в утробе умер бы у нее. Вы рассуждаете, это не вы. А что вы набрали-то? Вы набрали людей, которые никакого отношения не имели к войнам, они не воевали. Говорят, а как Сергий Радонежский благословил? Кого он благословил? А, вот там Ослябе. Он анафеме предан должен быть, Сергий Радонежский. Почему? Каноническое правило. Если человек взялся
за воинское, вернувшись, будучи воином, за монашеское, вернулся обратно, да будет предан анафеме. Ему что, каноны по боку? Или Сергию все положено? Что, закон за войной здесь, говорит, рассмотрением? Так не может быть. Я несколько моментов мог бы только вам просчитать, если будет нетрудно. Внимательно записывайте, я быстро постараюсь. Внимательно пока запишите. Мы все братья на земле. Деяния 17, 26, 27. Деяния. И 3 Ездры, 7 глава. А воины делает только дьявол. Иоанн 8, 44. 8. Это 8 глава, 44 стих. Вы только запишите, потом отдельно посмотрите. Да. Вот. Дальше. Ага, да. Откровение 12.10. С неба сброшен дьявол, клеветник. Клевещие друг на друга. Вот сейчас говорят, ну, некоторые бьются за канонизацию Григория Ефимовича Распутина. Вы, думаю, слышали об этом. Да, слышал. Более оклеветанной личности в истории мировой не было. Через него решили разрушить династию Романовых. Но вот он находится дома, раненый, на него покушение, не могли убить. И царь начинает делать мобилизацию. Родной брат царицы Александры, Алисы Фердинандовны, говорит, не делай мобилизацию, Николай, не надо делать. Тому пришлось в ответ делать. Войну-то развязал Николай. А он говорил, папа, если начнешь войну, погибнешь ты, дом твой, России не будет. Вот настоящий пророк в России был. И так и получилось. Мы никогда не достигнем того, что имела Россия в 13-м году. Никогда. Россия каждый год имела естественный прибыток от 3 до 5 миллионов человек. Какими темпами росла? Что, война все погубила? А царь только одно радовался. Я полковник, то есть я воин до гробовой доски. Так и пошел в гробовую доску. Получили свое? Ничего не поняли. Опять за старое беремся? За те же грабли наступать? Тогда послушаем дальше. А дальше вот как будет. Екклесиаста 3.8. Время войны и время миру. Это время Евангельской проповеди наступило. Время христианства. Когда иная война без меча и без копья. Откуда известно? Первое царство 13.22. Господь говорит так. Если мы согрешим, против нас будет весь мир поднят. Левитам 26, 25. Левит 26, 25 и 33. У меня отвщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их. Второзаконие 32, 35. Дальше. Если будете упорствовать, говорит Господь Бог, то меч пожрет вас. Ибо уста Господни говорят это, Исаия 1, 20. Вас я обрекаю мечу, и все вы преклонитесь на заклане, потому что я звал, и вы не отвечали. Говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах моих, избирали то, что было неугодно мне. Исаия 65, 12. Вы успеваете записывать? Да. Исаия 65, 12. Вот причина-то когда? Война где? Люди обезумеют от меча. Иеремия 25, 16. И 25, 29. Просто я буду местами Писания. Но теперь. Плач 4 и 2. Плач Иеремии, 4 глава, 9 стих. Дальше. Иезекииля 21, 3. И 33 глава, 26 стих. Амос 9, 11. Амос. Угу. Захария 13, 7. Малахия 2, 2. Когда, это почему именно война, что она от Бога, и с ней бесполезно бороться, а надо идти под меч. Кого я посылаю под меч, пойдет под меч, говорит Господь. Дальше, когда путь человека и народа угоден Господу, он посылает своего ангела с мечом. Числа 22, 23. Бросает камни с неба. Иисус Навин 10, 11. И даже лес, деревья погубят больше, чем воинское оружие. 2
Второе Царство 17:8. Когда есть молитва с раскаянием в грехах, со слезами, то войско врага Гитлер в одну ночь окоченеет в смертных мучениях без единого выстрела. Четвертое Царство 17 глава. Исаия 37 глава. Иов 5:15-20. Стих 15-20. Иов. Дальше. А когда Господу угодно пучи человек, он врагов натравливает друг на друга. И меч одного против другого будет. Судей 7:27. И он спасает не луком и мечом. Оси 1:7. Но духом уст своих. Откровение 1:16. Оно не слово стремящ, неизменное твое повеление, и став наполнило все смертью. Оно касалось неба и ходило по земле. Премудрость Соломона 18:16. Премудрость Соломона 18:16. Ибо слово Божие острее всякого меча. Евреям 4:12. В руке Господа все концы земли. И в его власти не допустить рождения Мамая и Гитлера. Но когда вот люди согрешают, то меч призывается на них. Господь призывает его. Иеремия 25:29. И Господь говорит, я разливаю страшные войны по кругу земли. 3 Ездра 15:5. И пошлю против вас мечи летающие. То есть снаряды ракеты. 3 Ездра 15:41. И Бог говорит, и кто отклонит этот меч, что вы делаете, куда вы людей посылаете? И 3 Ездра 16:3. Вам слышно, нет? Да, все слышно. И все нации пойдут на вас. И не мечи на орала перекуют соседние государства. Исаия 2:4. Исаия 2:4. Но серпы на копья и орала, то есть плуги на мечи. Для того, чтобы отомстить за отступление от Бога. Иаиля 3:10. Иаиля 3:10. Михея 4:7. 3. 3. 4:3. 4:3. И нам повелено перешагнуть из ветхозаветного состояния. А я говорю вам. Ефесянам 4:12. И тогда ничто в мире нас не отлучит от Христа, даже война. Римлянам 8:35. Бог сделен сделать так, что при казни Патит 1 июля по старому стилю, тело его стало твердо, как железо, и меч сделался, как воск от удара в шею, от ударов. Житие Емельяна, 18 августа. Емельяна. Когда мы верны Христу, то твердость наша будет, как железо, а сердце врага сделается, как воск. А если Бог допустит, то и амофором во время литургии задушат еретики. Павел Исповедник, 5 ноября. В Ветхом Завете врагов было и законно, и достойно похвалы убивать. Это послание Афанасия к Амону. Маленько перепутали. А я с большой буквы, я говорю вам, благословляйте проклинающих вас, как будто не слышали, вы нигде это не прочитали. Благословляйте. А кто идет, те проклинают нас. Китай пойдет. В Новом Завете даже спустя три века, и даже более того, отцы все еще удерживались, даже при христианских царях, от той ступени, где убийство на войне было и непохвально, и незаконно. Василий Великий, восьмое правило. Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их. Есть вольный убийца. Что еще пояснять-то? Это так толкует правило 13 Василия Великого, Вальсамона Занара. Даже не нашего толкования не надо. Когда нет покаяния, война уже у ворот стоит. Судей, 5 глава, 8 стих. Судей. Вы успеваете записывать? Да. Исход 13:7. Вот дальше я постараюсь вам просчитать, чтобы вы записали. Во втором веке перешествие в христианство философ Татьян считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство. А потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. Татьян.
в том же столетии, во втором веке, Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. Смотреть. Дальше. В третьем веке Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан. Но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый Ориген, у которого многие святые были учениками. Прилагая к христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, а копья на серп, он совершенно определенно говорит так. Двоеточие, кавычки открываются. Мы не поднимаем оружие ни против какого народа. Мы не учимся искусству воевать. Ибо через Иисуса Христа мы сделались детьми мира. Отвечая на обвинение с сельством христиан в том, что они уклоняются от военной службы, вот как, допустим, с вашей стороны. Так, по мнению Сельсия, если только Римская империя сделается христианской, так она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора. Сражаются за него добрыми делами, молитвой, добрым влиянием на людей. А что касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками. И не пошли бы даже и в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается Тертуллиан о невозможности христианина быть военным. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола. Говорит он про военную службу. И далее. Крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам Господь? Вложи меч твой в ножны. Неужели можно упражняться с мечом, когда Господь сказал, что каждый, взявший за меч, от меча и погибнет? И как будет участвовать в сражении Сын Мира? Вот дальше интересное выражение говорит знаменитый Киприан. Безумствует мир во взаимном кровопролитии. И убийство, считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке, ну ночью вышел, убил, и именуется добродетелью, если делается в массе. Преступником приобретает безнаказанность умножения ярости. В IV веке Лактанций говорит тоже, не должно быть никакого исключения из заповеди, в заповеди Божьей, что убить человека всегда грех. Носить оружие не дозволено, ибо их оружие только истина. Дальше я буду говорить по житиям святых. 18 февраля, это по старому стилю, Папа Лев Святой, когда грозила гибель Риму, он вышел к Аттиле, запишите, Рим и Аттила, предводителю гуннов. Я знаю. И варвар увидел двух ангелов возле первого иераха и отступил. Ни одного воина не выставили. Ни милиции, ни чекисты охраняли митрополита будущего патриарха. Покоряйтесь народу, ибо с нами Бог, так поют. Но так ли это? Чудо от принесения иконы Владимирской. Запишите, икона Владимирской Божьей Матери. И было несколько раз. 21 мая, в июне 23 и в августе 26 церковь отмечает. От кого? Дальше напишите. От Махмед-Гирея, через тире, Махмед-Гирея, крымского хана. В 1521 году без боя ушел. Дальше. От Ахмад-хана в 1480. От нашествия Тамерлана в 1395. Ну и дальше можно даже прочитать. Вот описание это по житиям святых. При благоверном князе Василии Дмитриевиче II. Василий Дмитриевич II. 1389-1425 годы. И митрополите Киприане, агарянский царь, монгольский завоеватель Тамерлан, железный хромец, поднявшись с востока, покорил много стран, взял Елец, умертвил многих христиан и похвалялся взять всю землю русскую, искоренить веру христианскую, направлялся к Москве. И страница 463-я, за месяц август, 3 августа, написано, сопротивление было настолько бесполезным, что о нем даже не помышляли достойно. Но открыли все храмы, и день и ночь шли молитвы к престолу Божию. Объявлен пост, как в Ниневии.
Тамерлан уже, когда принесена была в Москву из Владимира икона Божией Матери, был тревожный сон. Он метался в постели всю ночь и утром рассказал своим вождям о страшном видении на небе. Женщины необыкновенной красоты и с нею мужей. И как ему грозили они, предвещая в случае его похода на русских смерть. И хотя его никто не преследовал, он бежал в страхе. И давя друг друга, его войска бросали оружие и оставив свою добычу, поражаемой без пролития крови. И был путь его против давнего врага России, астраханского хана, которого он разбил. И сам внезапно где-то умер, и все войско его, как вода, ушла в песок. И через 85 лет летописец пишет, кавычки открытые, нет, ни оружие, ни мудрость человеческая, но сам Господь спас ныне Россию. Интересно, у меня зять, он историк. Я говорю, а как вот вы изучали Тамерлан? Какой Тамерлан? Ну, к кресту подошел. Ничего такого нам не преподавали. То есть объяснения никакого нет. Никак, они вычеркнули. В Откровении, дальше записывать нужно, 19 глава, с 11 по 16 стих. Помогает тот, кто праведно судит и воинствует, Господь. И Ефесянам, 6 глава, с 10 по 20 стих. И он покоряет, Господь, под ноги христиан, сатану и его служителей. Римлянам 16:20. И тут придется большую выдержку вам прочитать. Ну, придется. 3 Маковейская, 5:31-34. 3 Маковейская, 5:31-34. 6 глава, 2 стих. 4:31. 7 глава, 7 стих. 2 Маковейская, 8 глава, 36 стих. 9 глава полностью и 10 глава 29 стих. То есть с неба божественные всадники и крест в душе. Где известно? Никита. 15 сентября. Житие. Никита. Константин. 21 мая. Придется потрудиться, дорогой Николай. Когда же путь народа Божия не угоден в очах Божиих, то ни иконы, ни ковчег не помогут, но попадут в руки врага. Так напишите, путь не угоден. Грешат люди. 3 Царств, 5 глава. 1 Царств. 1 Царств. Володя, смотри за мной. Я плохо вижу. Борис, 2 мая. Борис, мученик. Да. Бесы боятся креста. Злой человек и креста не боится. Корнилий, игумен Псковский, 20 февраля память, вышел навстречу Ивану Грозному с крестом. Он же, царь, приближившись, выхватил саблю и отсек ему руку вместе с крестом. И этот сына-убийца еще до Никона, то есть старообрядец, называется благочестивейшим защитником православия. Таких лютых не было даже у еретиков. Меч не пригоден для защиты даже за Христа. Вложи меч твой в ножны твои, в его место. Матфея 26:25, запишите. 52. Матфея 26:52. 52. В его ветхозаветнее место. Отныне же, кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убитым мечом. Откровение 13:10. Христос навеки убрал меч из рук своих последователей. Но враг не может на нас, не может это просто так пленить-то. Говорят, а я говорю вам, плен, как и война, тоже есть наказание за грехи наши. Второзаконие 28:1. Плен – это наказание от Бога. Так у нас священники. Всех пастырей твоих унесет ветер, и друзья твои пойдут в плен. И тогда ты будешь постыжен и посрамлен за все злодеяния твои. Иеремия 22:22. Иезекииля 30 глава 17-18 стих. И за это остались в плену, написано. И вот пали отцы наши от меча, сыновья наши, дочери наши, жены наши. За это в плену, в земле не своей до ныне. Вторая Паралипоменон, 29:9. Первая Ездры 9:7. Почему война и почему погибаем? Псалом 77,
61. Написано: «Я отдал в плен крепость свою и славу свою», с большой буквы, «в руки врага. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно, и вельможи его будут голодать». То есть, я буду защищаться, безумно будешь защищаться. Исаия 5.13. Это приговор Божий. 5.13. Исаия 46.2. «И для живущих не раскаяно», а таковые сегодня многие, «плен будет продолжителен». Иеремия 29.28. Амос 6.7. Наум 2.7. 3.10. «И падут от сострия меча, и отведутся в плен во все народы». Лука 21.24. А вот святых плен не страшил. Вот это отдельную тему запишите. Святых плен не должен страшить, потому что это от Бога. Сириане однажды пошли отрядами в землю и взяли в плен израильскую маленькую девочку. 4 Царств 5.2. 2 Паралипоменон 6.38. Игнатьич, я могу не записывать, потому что есть же запись вашего видео, я потом посмотрю. Ну, хорошо, запишите, все-таки запишите. Да. С позиции вечности. Так, 2 Паралипоменон 6.38. Это имеет силу только для тех, кто верит во Христа. С позиции вечности все выглядит иначе. Псалом 105.46. Сирахов 48.16. У вас бумага кончилась? Да нет, у меня блокнот. Так, 12 июня, не пожалеешь, Николай, пиши. 12 июня Петр Афонский, Жития святых, обещал монашество, если из плена выйдет, и Николай Чудотворец вывел его. 4 ноября, Иоанники Великий. 4 ноября. Не раз ходил в Болгарию, выводил пленных. А много ли Аникию храмов посвящено? Вообще про него не знают. 11 мая Мефодий выпросил 900 пленных. Вот как надо воевать. 25 июля Макарий Желтоводский отпущен был ханом, и с ним 400 человек. 11 декабря Никон Сухой Пещерский не пожелал выйти из плена, и Бог в цепях доставил его из плена. 23 апреля Георгий Победоносец, и он вынес отца сына в юношу. 28 февраля левый епископ отдал себя в плен за трех больных пленных, но в пути сам заболел и был усещен. 6 сентября Ромил. А вот дальше я буду называть то, что в войсках Трояна, который веру, надежду, любовь, матерь Софии убил, 98-117 год, да, было обнаружено, вы эти данные не скоро найдете, 11 тысяч христиан. Это были языческие деспоты, гонители христиан. А разве они освободительные войны какие-то вели, не захватнические? Или это были не христианские специальности, быть наемным военнослужащим? Или слов «Христа не убей, не клянись» не было? Кто клянется, Златоуст даже в храм не запущу через порог. 11 ноября Виктор. А вот тут слушайте внимательно. Виктор христианин, запишите. Христианин-воин. Узнали о том, что только тогда, когда его послали истреблять христиан. И он отказался это исполнять. А воевать это не возбранялось? И дальше считаем. 10 октября Феотекн. Было много христиан, воинов. Это вам сгодится за войну. 30 мая Исааки Далмацки. Бог воздвиг вара раздуная. Бог воздвиг. А были тогда люди, которые понимали, что не надо воевать? Да, были. Вот сейчас записывайте. Отказники, запишите. Святые отказники. Их церковь спрятала от нас. Надо до равных говорить. 7 ноября. Все по старому стилю. 7 ноября. Иерон. Угу. В царство не Диоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан,
начале 4 века, он повелел записать войско всех годных к военной службе мужей и юношей. Я беру это в кавычки. Но дальше кавычки открываются. Из жития святых Дмитрия Ростовского. Иерон отказался идти с ними, считает ли христианина вредным иметь общение и служить вместе с идолопоклонниками. Страница 136. Ну, это известно. Извините, многие, я ставку, многие христиане отказывались служить языческой армии. Дальше, страница 136. Ночью блаженному Иерону явился некто, одетый в белой одежды, и возвестил ему кротким и полным любви голосом, кавычки открыты: «Спасение, Иерон, благовествую я тебе, правым путем идешь ты, так как идешь подвязаться за царя небесного, а не за скоро гибнущую славу земную будешь ратовать». Почему его нигде нам не говорят и не показывают? 21 апреля. В апреле? Да, даже тот же самый Георгий Победоносец, тот же самый. Да, сейчас читаем. История похожая. 21 апреля. Ну, вместе с ним рядом ставьте Ирона, чтобы люди могли выбор сделать. 21 апреля. Страница 314. Да. Мученик Феодор. Его никто не знает. Феодор. Феодор. Вместе с другими юношами был приведен Феодор на военную службу. Призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей, воинский знак, форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросил ее с себя, сказав, кавычки открыты: «Я знаменован от чрева матери моей моим небесным царем Господом Иисусом Христом, и не желаю быть воином для другого царя». И был казнен. Вот нам путь указан где. 3 февраля. Роман Углишский. Не хотел сопротивляться Батыю. Страница 38. Почему? Не сопротивляться бесполезно, а спасти город и жителей изъявлением покорности татарам. Кавычки закрыты. Дальше. 19 августа. Андрей Стратилат. Андрей был тысяченачальником, ну, полковником. От него уверовало 2593 воина. Запишите, 2593. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье, где не было выхода, и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей с речью. Прямая речь. «Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне в день спасения. Будем же единодушно и твердо стоять в любви Божией, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследующих нас, но поднимем их к Богу с молитвою, с благодарением за то, что Он, Бог, дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми, пострадавшими за Него». Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Степан, когда иудеи побивали его камнями, говоря: «Господи Иисусе Христе, прими души рабов Твоих, которые мы предаем в руки Твои». Когда они так молились, их настиг Селевк со своими воинами. А обнажив мечи и заскрежетав зубами, они как звери бросились на стадо Христово. Святые же воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою, и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но подражая Господу, не Георгию Победоносцу, своему, как незлобивые агнцы, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи. И воины Селевка, без милосердия, посекая их, в короткое время всех истребили. Пострадали воскресный день во втором часу дня. Страница 236. И вот в честь Федора Стратилата храмов нету, Ирона нету. Почему? Нет поименованных храмов. Нигде. А в честь Георгия Победоносца есть. В Грузии их 364, кажется, храмов. Страна Георгия, Джорджия. И вот я теперь покажу новую статистику. Запишите. Да. Я беру пока русские зарубежные церкви на 92-й год, 1900-го. 335 храмов и часовен. Да. Различных названий 78. Такие данные у меня только, это моя наработка. Да. Из них, запишите, Никольских. Из 335 Никольских 42. Угу. Покровских 30. Свято-Троицких 18.
Воскресенских. 17. Дальше. Александровских, Серафимовских и Владимирских по 11. Михайловских 6. На первые 8 наименований, составляющих 3%, приходится 153 церкви, то есть 1/3 храмов. Дальше. В святцах примерно, эти данные вам сгодятся, примерно 745 мужских имен в память святых. Да. А храмы всего лишь 6 39 имен. Это же и в России на 20 тысяч храмов. Та же арифметика, гамма, спектр имен. В честь кого названы храмы. Не увеличивается и даже более скуден. То есть только в честь 5% мужских имен мучеников называются храмы. В честь отказников Иерона Федора ни одного. Женских имен по святцам 250. По календарю. А храмы названы в честь 12 святых. То есть опять же те 5%. А 95% не востребованы, забыты, не знаемы народом. Почему? Да по той причине, что скрыли, и притом умышленно. Дальше. Чтимых в России икон чудотворных. 301. А известны? 210. А храмы названы в честь только 7 икон. Вообще смешно даже. Почему? Раньше на Руси употреблялось около 272 имен. При наречении дитяти. 36% от всех имен по святцам. Я хочу показать, что это целенаправленно делалось. Женских употреблялось около 103 имен. То есть около 44% были употребления. А для чего говорю? Сейчас увидите. Ныне же в употреблении едва ли 55 мужских имен, то есть 7%. А у женщин едва ли 45. То есть 18 от общего числа. Из известных имен архангелов, а их 9. Откровение 12.7.8, 3 Ездра 4.1, Тавита 5.8, 5.20. В названии храма встречается только один архангел Михаил. В честь Гавриила очень мало храмов. А в честь Иегудиила и других вообще нету. И почему так все однобоко, ущербно навязывают людям? А люди откуда будут знать, если нету? Так и в жизни. Имена батюшек везде. Никола. Ну, к слову сказать, я разговариваю с таким. Николай, Александр, Владимир, Михаил, Иван, Петры, Василий. Из народа же выходцы. Так и в почитании святых еще Сергий добавляется сегодня. И их дел. Вот почему безбожники постоянно муссируют только один подвиг святого Сергия Радонежского. Благословил на войну. А вот считаем дальше. Епископ. Или пресвитер, или диакон, в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен из священнического чина, ибо кесарево кесарю, а Божие Богу. Апостольское правило 83. Угу. Дальше. Учиненным единожды в клир и монахом определили мы, не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин, иначе дерзнувших на сие и не возвращающихся к расстоянием к тому, что прежде избрал для Бога, предавать анафеме. Вот вам Сергий Радонежский, вот и ослябим все. Шестой Вселенский собор, седьмое правило. А дальше прочитайте Иуда, послание Иуда, 9-10 стих. Как нам надо вести себя? И вот я интересно, что нашел. Вы, может быть, знаете, а может и не знаете. Есть такие рерихи. Да, знаю. И они слышал считают себя перевоплощенными Сергием Радонежским. Я спрашиваю, за что? За что? Именно за что? За что? Не за то ли благословение, которое, как говорится, дал-то? Только предсказал. Но они было... и крестом считают. Да. Такой... Святой Александр Невский канонизирован. Да. 26 февраля 1547 года. Да. Так, а жил в 1219 по 1263. 300-летие. Через... Болщок. Да. Дальше. Службы святому составили инок Михаил и архимандрит Викентий.
Первый храм в честь благоверного князя возникнут около 1630 года в Москве. А дальше слушайте, что делается. В настоящее время, ну это писалась книга в 1893 году, надо понять, когда. В каждом городе обширной земли русской, это в кавычки взято, существуют храмы и часовни, посвященные Александру Невскому. Только с 1789 по 1880 написано различными авторами 27 книг жизнеописания этого защитника земли русской. 27 книг. Столетия прошли, и пишут, и пишут. И святые воины, не за воинские подвиги, прославленные церковью. Мы Александра Невского не знаем, мы знаем Алексея, которое имя он принял в схиму. Да, да. Понятно? Да. Теперь дальше читаем мы. Первое Царств 2.10. Вы прочитаете, я уже буду заканчивать. Да. Иакова 3.14. Сами найдите, для чего я это считаю. Сираха. Сейчас? Так, Иакова 3.14. Сирахов 15.12. Сирахов. Да. Иов 13.7.10. И вот мы считаем. Евдокия 1 марта. Житие ее. Святая Евдокия. Комит Аврелиан. Ну, это глава администрации. Не мог подступить с тогдашним ОМОНом к стенам монастыря. Молитва святой привела их в столбняк на многие часы. И в скольких житиях видим, что святые после смерти спасали попавших в беду. Гурия Самонавиева, 26 октября. Дмитрий Солунский гнал врагов от города после своей смерти. 24 ноября, Меркурий. Вы знаете такого? Да, слышал. По молитве Василия Великого, киот иконы оказался пустой, когда он молился против Юлиана Отступника. А в это время... Он, неизвестно кем, был поражен вниз живота и умер. И тиран успел лишь сказать, бросив запекшийся своей кровью в небеса, «Ты победил, галилеянин!» В скольких житиях звери, львы и медведи спасали верующих, или невидимая сила возносила их из рук мучителей, или ослепляла врагов, или бросаемые камни святых поражали самих мучителей, и пламя, которым жгли бороду Харлампия, повернуло на врагов, и 70 из них попалило насмерть. А я говорю вам, не убей. И вот теперь мы должны сказать, что евреям 13.7 вошло в силу. Вот кого надо поминать. Не тех, которые явились убийцами, искусственно их канонизировали, а тех, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирайте на кончину их жизни, и подражайте вере их. Мы ему подражаем, кого я назвал. Нас не мышца спасла. Псалом 43-47. Да. И 3 Ездра 12-28. И вот когда 70-71 год пришел, вожди народа готовились к свержению римского гнета. И разразилась эта буря кровью. И пылью до неба. Почему Христос и апостолы нигде не призывали становиться в ряды зелотов, тогдашних революционеров, народных мстителей, сикариев, кинжальщиков из-за угла, чтобы освободить родину от захватчиков? Почему Христос не заповедал дух патриотизма и не вооружил учеников, чтобы освободить свою пречистую матерь, дорогую родину от вражеского плена? Патриот – это человек, любящий свое отечество, преданный своему народу. А какое наше отечество у христиан? Небесное. Да, Ефесянам 3.15. Отец наш, сущий на небесах Иегова. И чем светится имя его? Согласно 13-му правилу Василия Великого, у воинов руки нечисты, и они отлучаются на 3 года от причастия. Вопрос, да. За сколько убийств? Считаем. За убийство во чреве дитяти женщина отлучается на 10 лет. Второе правило Василия Великого. Во время... Японской войны Николай Касаткин, да. Японский, в 1905 году, сказал своей японской пастве так, кавычки открыты, молитесь за победу японского оружия. Да. А сам закрылся в своей комнате и, очевидно, молился, за кого, один Бог знает. Чья молитва тогда победила? Кого Бог услышал? И чья молитва была в грех? 1 Иоанна 5.16.
Сирахов 34:24. Тут много написано. И кого Бог услышит? Евреям 11:14-15. Иеремия 21:9. Пример это Исааки Далмацки. Вот храм Исаакиевский собор в Питере. И вот смотрите, что Михаил Александрович Шолохов говорит. Удивляясь лжепатриотизму. Кавычки. Патриотизм – это последнее убежище всех негодяев. От каждого котелка, как от червивой собаки, за версту воняет патриотизмом. Земной патриотизм ведет к национализму, высокомерию, шовинизму. Да. Лжепатриотизм, естественно, впадает в антисемитизм, русофильство и русофобию. Небесный патриотизм – это жертвенность, полная отдача всего на алтарь евангелизации своего народа, непрерывная молитва о духовном пробуждении этого народа, чтобы проповедь и богослужение, и дальше были на родном языке, люди понимали. Господь, когда ученики хотели свести огонь с неба, Он говорит, не знаете, какого вы духа, Лука 9:25. Не клянитесь вовсе. Мы должны воздевать руки чистые. А какие чистые, когда убийца, руки нечистые? 1 Тимофея 2:8. Исход 17:9-12. Василий Великий, 55 правило. Убийца есть и тот, кто нанес смертный удар, хотя бы и не первый был, или только отмщал. Василий, 43 правило, 8. И он подробно разбирает его здесь. Ну, он же говорит о воинской службе. Да, да, вот я вам считаю. Не надо выборочно. Считайте то, что было, и это просчитайте. Да, да. Ну, я, конечно... Писание священное нам возбраняет не только легкую рану, но и всякое злоречие или хуление. Колоссянам 3:8 и Ефесянам 4:31. Геннадий Тихонович, я, в принципе, уже сыт, ну, как бы вы много дали информации. То есть... Конечно, я хочу сказать, что по каждой ссылке, по каждой информации можно долго беседовать и разбирать каждый контекст. То есть, у нас сейчас многие смыслы как бы перемешались вот в вашей беседе. Вы начали говорить и о причинах войны, то есть почему да. это посылается. То есть немножко тема ушла от той, которая изначально. Но оно, конечно, все взаимосвязано, я согласен. И, конечно же, я тоже... признаю то, что молитва и служение, вот то, о котором вы говорите, оно более высокое, чем брать в руки оружие и воевать. Но мне все-таки кажется, что есть, что и так можно как бы спасаться для более тех духовных, для более, я не знаю, людей, которые познали Бога. То есть отказываться от службы. Можно и так, и можно и тот, кто пойдет служить, если он верует в Христа. Мне все-таки кажется, что тем более, это церковная традиция это подтверждает. Но здесь очень много противоречий. Есть и такие святые, и такие святые. Очень трудно разобраться. Вот. А это же все-таки истина. Николай, вот хотел... не трудно разобраться. Я их привел тех, которые согласованы с Священным Писанием. А, я говорю вам, а, то есть наоборот. Вот скажите, да. вам сколько лет, говорите? 31? Да. Мне 74. Да. На меня было покушение неоднократно. И меня Бог спас. Но я этого не мог делать. Я сижу в багерской рубке, там сзади рубка на корабле. Я учусь в мореходном училище. И в это время меня готовятся убить. Я узнаю потом от убийцы. Убийца мне это скажет. В это время приходит, буквально за секунды до их прихода убийц, приходит, чтобы меня выбросить за борт, и меня нету. Приходит жена капитана Фролова. Она белье туда развешала. И она сама никогда не говорила. А тут у нее не кончается разговор. А я матрос. Но я еще ничего не знаю. Ни про убийство, ничего. Я возвращаюсь, когда в свой порт Венсполс. Возвращаюсь к Карлу Розенбергу 18:4 и Мериемейму, где я останавливался, у них приходил в гости, где я обратился. Они говорят, братик... У вас вот такого-то числа, там это было где-то в октябре, у вас что-то было там такое опасное на вашей работе? Я говорю, нет, я просто занимаюсь там и все.
мы не знаем, с чего, говорит, пришел, кажется, Путитис его звать, брат один, латыш, высокий такой, он сидел в заключении когда-то за Слово Божие, ну, не православный, приходит и им говорит: братья, вот за это вашего нового брата, который к вам ходит, надо очень помолиться, у меня сердце сильно тревожится, какая-то опасность ему угрожает. И мы за вас сильно молились. Я говорю, ничего у меня не было. Я еще не знаю. Они говорят, ну мы так молились, мы все почувствовали содрогание, буквально как будто у смерти вырываем вас. Теперь, когда мне пришлось увольняться, в это время его Володя было звать, боцман с Одессы. И он меня завел там, где называется канаты, хранятся, как рундуковое место. И он говорит: ты меня прости. Я говорю: а за что тебя прощать-то? Да мы ж тебя готовились убить. Я говорю: за что? У меня отец, он был проводником. А я был хулиганистый пацан. Он был офицером когда-то, у него тонкий такой портупея, ремень был. И он приезжал, а бабка моя верующая, она на меня жаловалась. И он меня страшно избивал, порол. И я тогда сказал, если я вырасту, живой останусь, я верующим буду мстить на каждом шагу. Бабки-то нет, она умерла. И он нашел первого верующего меня. Я открыто молюсь, крещусь. И вот теперь состыковалось все вместе. И убийство, и его намерение, и тот брат пришел, молились. Бог спасет, меня никто не мог спасти. Никаким образом. Так в моей жизни было это не один раз. Какие мне записки подбрасывали. Я один выходил ночью, останавливал грабителей. Рядом у нас идут поезда, грузовые линии. И остановка стоит с другой стороны, как раз напротив моего дома. И тут идет грабеж. И вот они выбрасывают оттуда холодильники, ковры, масло. А у меня две собаки. Я в уголовном розыске занимался. Я многими делами занимался. И я один ночью заставил их все вещи обратно, эти выброшенные, затащить. Они дали мне слово, что они не придут больше сюда. Я их отпустил. На завтра меня милиция трепет. Они узнали это все. Кто был? Я говорю, я дал им слово. А они дали слово, что больше здесь не будут. И потом случится так, что они меня будут защищать, когда на меня нападут разбойники. И один из них, когда увидел, да это же Лапки, ну-ка отстаньте от него. И они меня, как вот доктора Газа, Федора, Фридриха, сопровождают до дому. Бог делает. Да. Никакая моя сила, ни самбо, ни что бы мне не помогло. Геннадий Тихонович, вот одна цитата. Ибо начальник есть Божий слуга, а тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Но Божий слуга — отмститель в наказание делающему злое. То есть это не христианин. Это Божий слуга милиция. Слух там не было. Божий слуга. Божий слуга, милиция. Милиция, КГБ, а не от Бога. Ну, да. Божий слуга, Божий, Богу принадлежит то, что власть от Бога, а не то, что Божий слуга верующий. Верующих не было. Апостол Павел говорит: посмотрите, кто из вас знат. Еще бы ради христиан туда допустили. Их вылавливали, как зайцев. Божий слуга — это означает имеющий власть наказать. Да, да. Это да, но он Божий слуга, все мы слуги Божии. Да? Но я говорю, что Божий слуга — власть, всякая власть от Бога. Да, да. Но не сказано, что как бы он не спасется там. Нет, ну, не спасется, он неверующий. Он пойдет в ад. Но он может быть и верующим. Почему? Не может быть сказано, верующим. Что... Не может быть. Служить знаку Христа и знаку дьявола. Я вам засчитал это. А я говорю вам, кто берет меч от меча и погибнет. Все. Не надо тут еще добавлять. А можно по-разному. Да ум свой скрутили. Я вам говорил, для чего кончать семинарию? Только для того, чтобы уметь все извратить и оправдать любое беззаконие. Другого вам грамота не нужна. Нет, для того, чтобы бороться с ересями, с еретиками, с сектантами, тоже же надо уметь с ними общаться, правильно? Для этого и учиться. Да какой? Да больше ереси, чем у нас тут, не найдешь нигде. Всякое заблуждение. Вот посмотрите, я сижу дома. Я вообще не выхожу, даже на улицу. Как они против меня воюют. Ужас один. Вы зайдите в интернет. Как они лютуют, как они меня поносят, какими словами. Епископы, глаза мне не дали.
Страницу удаляют ВКонтакте, то у вас нападки какие-то вражие. Никакие. Они просто 2-3 человека, священник сказал, с трех имен нас и сказали, заблокировали. Мы 2 дня только работаем, опять заблокировали. Это лютые волки. Лютые волки. 20 глава. Кстати, Игнатий Тихонович, я вот разговаривал со священником из нашей семинарии. Я вам слышал нашу беседу вторую. И он мне спросил, будет к нам Игнатий Тихонович ехать в семинарию? Я говорю, а что, это возможно, да? Он говорит, ну я подниму вопрос на педсовете, если батюшки не против, мы бы вас пригласили. Пожалуйста. В семинарии выступить перед студентами семинарии. То есть, запомните, главное, что у меня, это во свете Библии, как на суде Божьем. Слово Божье будет судить. Моя задача не по людям, не по людским отбросам бродить. Слишком плохо там будет. Да, то есть я надеюсь, если будет положительный ответ, то я вам сообщу тогда, и может мы как-то... Мы подумаем тогда, подумаем. Можно после сделать, всей поездки нашей, когда мы закончим за границей север, мы тогда можем войти в Украину. У нас ход свободы туда. Ну, да, подумаем. Сначала надо все-таки узнать их решение, они посоветуются, педсовет будет, и он скажет. Так, я вам сколько мест Писания назвал, сколько святых, сколько канонов? Ну, очень много, но я просто не стал тоже вас отягощать, я просто взял только половину из того, что было по поводу воинской службы. На самом деле тоже очень много есть святых высказываний о воинской службе. Еще такой у меня простой вопрос. Вот, допустим, ситуация, ну, вы говорили, что у вас были такие ситуации, да, когда там с бандитами вы сталкивались. Ну, допустим, человек не владеет таким даром слова, и может, ну, простой человек, он верует, ходит в церковь, причащается, но он еще не настолько духовно вырос. И вот он, тем не менее, занимался там борьбой или боксом, и вот он видит ситуацию, когда, допустим, девушку насилуют, или там... ребенка пытаются там ударить, или может он заступиться? Он может сделать, может палкой огреть, но не убивать. Единственная мера — не убивать. Он может грудью стать, защитить, чтобы его зарезали. Вот это он может сделать. Но не убивать. Я вот о чем говорю. Не убей, осталось в силе. Не убивать. Он может его скрутить, может самбо применить удары, как говорится, бой без правил, что угодно. Но не убивать. Да, потому что непротивление как бы злу тоже, можно сказать, некоторые считают это даже грехом. Если ты смотришь на преступление, которое рядом совершается, и не пытаешься его остановить, это тоже, я считаю, что это нехорошо. Господь порол мечами из храма выгонял. Какое тебе еще доказательство? Самое лучшее. Да. Спасибо, Господи, Игнатий Тихонович, спасибо вам за беседу. Очень много вы всего сказали интересного. Надо читать, узнавать, познавать. Так, заметьте только, что на ваше одно неправильное место ссылку на Священное Писание я привел вам их 180. Вам это достаточно? Я, конечно, должен сказать, что многие ссылки, которые вы приводили, они не совсем были по теме. Они касались как бы того причин, почему Бог посылает войны и так далее. Как это не к этому? Так в этом и смысл. Ну, это да, это как бы корень того. Так, а я бы конкретного столкновения. Допустим. Да нет, войны бы не было, если бы не грешили. Игнатий Тихонович, когда захватывают храм, допустим, приходят какие-то раскольники, ну у нас это часто на Украине, или греко-католики, пытаются силой захватить храм, то есть приезжают боевики, что, как противостоять, на ваш взгляд? Тоже силой, мы тоже противостоять. Василия Великого, посмотрите как. Хорошо. Ну, в принципе, вы сказали, можно применять силу, только главное не убивать. Главное не убивать, все. Да. Вы можете вызвать милицию, стать цепью 10 рядов перед дверью, как он пишет в Латинской Америке. И их плюют, краской обливают, они стоят, молодежь, стоят. Я видел это. Знаете, в милиции служить, по вашему, на ваш взгляд, можно нельзя. Или нет? Если бы можно было, верующие шли бы туда. Нельзя. Во-первых, почему вы считаете, что верующий не может быть в милиции? Почему? Не может быть. Это связано с кровью, с насилием, с неправдой. Если он будет жить по заповедям, будет просто ловить... Вам 31 год, ну что вы глупости говорите? Депутаты избрали, депутаты. И говорят, а если в Думе депутат, который честно поступает, было, говорит, 2, ну и где они, обоих убили. А было 2 склонных и 2, их переломили. Они должны быть такими. Вам слова не дадут сказать.
Это невозможно. Вот вы же говорили, что вы относитесь плохо к казакам, как говорите, как цыгане. Вы имеете в виду современных казаков или вообще всех казаков, которые когда-либо существовали? Когда-либо существовали по сегодняшний день. Тогда были настоящие казаки, но они неверующие. И сегодняшние это просто ряженые, как называют. Но среди них же было много верующих. Почему вы так считаете? Что даже Дмитрий Ростовский из казачьей семьи. Ну, из какой казачьей семьи? Ну, разве это доказательство? Или... Не, ну так, казаки, то есть, да, это были... Николай, посмотрите. Вот, он был из какой семьи? Илий был первосвященником. А два сына, Офни и Финиас, погибли. За что? Да. За то, что развратники были. При храме жили с чужими женами. Их никто не мог спасти. И через Самуила отрока Бог предсказал. Бог говорит, я снесу с их головы. И сколько было на Кубани, допустим, или на Дону, из Казани, что вышло священников. Я уверен, что есть и святые среди них. Разве не так? Я не говорю, откуда кто вышел. Вы спросили о казаках, а теперь кто из казаков вышел? Казаки это понимается некоторыми как народ целый, как нет, этнос. Нет, понятно, нет, что это нет, может я быть... Я народ не имею. Казаки это не народ. Это воинское служение. Зачем хорошо, это народ? Какой он народ? Там могли быть и украинцы, там могли быть и другой национальности, лишь бы признавали православие. Да, но был период, когда казаки уже как бы... Скажем так, у них появилась такая даже пословица, казаки от казаков ведутся, когда уже были семьи казачьи, у них рождались, все их дети считались казаками, даже в переписи населения писалась национальность казак. Ну, Тихий Дон, Шолохова, Тихий Дон. Да. Это уже понятно как. Я вам ответил, и мой ответ вчера был тоже, сегодня и в смертный час. Все, я понял. Спасибо, Господи. Геннадий Тихонович, ну, если у меня еще будут возникнуть вопросы и какие-то темы, я тогда следующее воскресенье, да, можно вас набрать? Так, знаете, что вы все-таки делаете наклон к Слову Божию. Я отвечаю во свете Библии. Я для понял. Вас я подготовил такой материал, который берет 12 томов жития из всех святых отцов, каноны церкви. Этот материал я дал вам... Огромнейший, полный, более полного нет, я маленько только не досчитал, там Анзерского, Пафнутия Воровского, Никандра, Макария, ну совсем немного было, еще... Я вам, если что, среди недели напишу, какую бы тему хотел обсудить, и тогда в воскресенье... Не надо, да, любую давайте, я не подготавливаюсь, у меня темы все готовы. Все, спасибо Господи. Слава Иисусу. Воскресенье. С Богом. До свидания. Молодец парень, он всем понравился. Господь его благословил его и сохранил, чтобы за защиту крови он не пострадал. Даже за то, что он говорил, он может пострадать. У Бога это все взвешено. Его кто послушает, скажет, а вот Николай, он семинарию кончал, мне разрешено. Чтобы с ним этого не было, чтобы жизнь его Бог продлил и защитил его. Если бы он был без должности и не учился, он бы отвечал, может, совсем по-другому. Я ничем не связан. Я говорю так, как есть. А им надо смотреть, что скажут воспитатели, руководители, кормильщики, кто их кормит. Поэтому мы не на одном уровне говорим.